Областная администрация в очередной раз пояснила ситуацию вокруг предполагаемого строительства мусороперерабатывающего предприятия около сельского поселения Филипповское в Киржачском районе. Как говорится в официальном пресс-релизе, обладминистрация никогда не рассматривала вопрос о выдаче разрешения на строительство мусороперерабатывающих объектов на территории этого муниципального образования. Официально с подобными предложениями в органы госвласти региона никто не обращался и документов не представлял. Вот как ситуацию прокомментировала заместитель директора Департамента природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области Татьяна Клименко. В 2017 году, летом 2017 года, на инвестиционной комиссии, которая создана губернатором области, был рассмотрен инвестиционный проект, можно даже сказать, что не инвестиционный проект, а инвестиционное предложение по реализации, о возможности реализации на территории Киржачского района схемы по переработке отходов. Именно схема, да, то есть там технологии, схемы, то есть говорить о проекте в настоящее время еще преждевременно. Подчеркнем, одобрение инвестиционного проекта не является разрешением на само строительство. Дальнейшего развития инвестпроект не получил. Инвестор, реализуя свои планы, в первую очередь должен создать проект, разработать проект, провести все необходимые изыскания, в том числе экологические изыскания. Далее у нас вступает закон об экологической экспертизе, то есть это проведение экспертизы обязательно в любом случае касаемо таких объектов. В рамках проведения государственной экологической экспертизы, получения заключений, обязательно проведение общественных слушаний. То есть, что население Киржачского района сейчас обвиняет власть в том, что власть идет по не открыто принимает решение. Вот хочу еще раз все-таки обратить внимание, что в рамках государственной экологической экспертизы общественное слушание, мнение граждан обязательно будет учитываться. И только уже по результатам необходимых процедур, экологической экспертизы, других экспертиз будет принято решение о возможности или невозможности реализовать на данном земельном участке, про который идет речь, мусоросортировочного комплекса. Сейчас переработка мусорных отходов – это приоритет не только областной, но и государственный. Татьяна Клименко подчеркнула, скоро настанет момент, когда мусор некуда будет девать. Если мусоросортировочный полигон в Киржачском районе построить не удастся, гражданам придется платить большую сумму за вывоз отходов в соседние районы. Всего же во Владимирской области, по подсчетам экспертов, должно быть построено 6 таких комплексов.